комплект игровой площадки, которая была доставлена из Республики Турция, входят также осветительные столбы и каучуковое покрытие, которые вскоре будут доставлены в село Чешмекёй. Присутствующие гости на церемонии открытия отметили, что с радостью приняли участие в инициативе строительства игровой площадки. Также выразили благодарность всем, кто помогал в реализации данной идеи. Я хочу выразить огромную благодарность семье Ивана Ивановны Кюксал, Рафет Бею, за то оборудование, которое было предоставлено для нашего села. И хочется выразить благодарность именно за то, что выбор пал на Чешмекёй. Большое спасибо хочу сказать уроженцу нашего села Вадиму Петровичу Чебан за оказанную финансовую поддержку в строительстве основания детской площадки. И очень рада, что нам удалось в хорошей, дружной атмосфере и в сотрудничестве сделать еще одно маленькое, но доброе дело для жителей села Чешмекёй. Совместными усилиями мы добились, я думаю, что неплохого результата. И очень хотим, чтобы здесь всегда отдыхали детки и взрослые. Самое главное, чтобы смогли сохранить это и для будущего поколения. Очень рад сегодня участвовать в открытии детской площадки «Селе Чешмекёй». Благодарю за это отдельную благодарность Ивану Ивановичу Кюксал, депутату парламента Республики Молдова, также Рафету Кюксал, Рафет Бею за данный подарок селу для наших детишек. Надеюсь, что вот эта игровая зона будет хорошим подспорьем как для отдыха детей, так и родителей. После официального открытия площадки все дети получили сладкие угощения, а детям из социально уязвимых семей подарили зимние куртки, шапки и шарфы. Олег Дулогла, Леонид Арфанов, ГРТ, новости.